Здравствуйте! 27 мая 2020 года очередное обновление Windows 10 под индексом 2004 стало доступно всем пользователям. Если у вас установлен Windows 10 и вы хотите обновиться до последней версии, то я покажу вам, как получить обновление, используя рекомендации Microsoft. Приступаем! По традиции, Microsoft выпустил обновление и тут же приостановил его. И позавчера, 29 мая 2020 года, они писали у себя на сайте: «Не торопитесь, ребята, типа разбираются, потерпите». Кому-то обновление уже успело залететь в центр обновлений, у кого-то написано вот так. Microsoft написал, что одна из проблем с обновлением у тех железок, где есть Bluetooth. На таких ноутах и компах может быть вот такая надпись. Кстати, такое уведомление возможно и в том случае, если у вас недостаточно места на диске. На одном из компьютеров у меня пока вот так, то есть проверка обновлений регулярная, но обновления нет. Если вы хотите действовать строго по рекомендациям Microsoft, то, конечно, лучше подождать, пока обновление появится вот здесь, в центре обновлений. Если пользователь хочет поскорее, то первый, самый травоядный вариант нарушения рекомендаций – это обновление с помощью кнопки «Обновить сейчас». Давайте рассмотрим его. Кстати, есть и другие, более кардинальные варианты обновления, так сказать, с нарушением всех рекомендаций. Если они интересны, то поддержите это видео лайком и комментом, и видео выйдет быстрее. Прежде чем начнем, давайте проверим, какая версия Windows установлена здесь сейчас. Для этого открываю диалог «Выполнить» комбинацией клавиш Windows плюс R. И ввожу вот такую команду WinVir. Как видим, версия 19.09. Самые педантичные пользователи, прежде чем что-то сделать, убеждаются, соответствует ли их компьютер системным требованиям. Подробно системные требования можно посмотреть в текстовой версии этой инструкции, ссылка есть в описании. Основное требование – это свободное место на жестком диске. Последнее требование Microsoft говорило о том, что у пользователя должно быть на диске не менее 32 гигабайт свободного места. Но практика говорит о том, что компьютер обновляется и при меньших значениях. У меня здесь немножко меньше свободного места, 30 гигабайт. Будем надеяться, что этого хватит. Итак, под видео в описании я оставил ссылку на сайт Microsoft. Нажимаю на нее. Если у вас сейчас уже десятка, то у вас здесь будет две кнопки: «Обновить сейчас» и «Скачать средства сейчас». В этом видео, как я уже сказал, мы рассматриваем самый пионерский способ, поэтому нажимаем на эту кнопку. Сайт открыт у меня в старой версии браузера Microsoft Edge, поэтому появились вот такие кнопочки внизу. Можно, в принципе, сразу запустить файл, но я лучше сохраню его. Открываю папку загрузки. В загрузках нужно найти вот такой файл. Windows 10 Upgrade. Возможно, когда вы будете качать, номер версии изменится, но Windows 10 Upgrade останется. Запускаю его. В окне контроля учетных записей нажимаю «Да». Перед нами вот такое окошечко. Здесь можно почитать то, что нам написал Microsoft. Ну и принять решение. То есть, если вы хотите отложить обновление, то можно нажать на кнопку «Не обновлять сейчас». Мы с вами решили обновляться, поэтому я нажимаю «Обновить сейчас». Помощник обновления также проверяет, совместим ли компьютер с новым обновлением. Мы видим, что процессор удовлетворяет, оперативная память удовлетворяет и места на диске достаточно. Нажимаю «Далее». При этом окно помощника сворачивается в трей. В принципе, можно работать на компьютере. Если же вы хотите наблюдать за обновлением, то можно нажать вот на эту стрелочку в правом нижнем углу и кликнуть по значку помощника обновления. Здесь Microsoft говорит нам о том, что обновление займет некоторое время, но мы пока можем продолжать работать. Мы можем выбрать время начала обновления. То есть, когда обновление загрузится, можно будет отложить его установку. Кроме того, нам обещают, что файлы останутся в прежних расположениях. То есть, наши файлы никуда не пропадут. Ну и если нам не понравится новая версия, то мы легко сможем вернуться к старой. Об этом подробнее ближе к концу видео. Далее загрузка обновления происходит в автоматическом режиме. И
Итак, обновление скачалось на компьютер, теперь нужно перезапустить его, чтобы обновление начало устанавливаться. Можно перезапустить позже, если ничего не делать и вы отошли от компьютера, то перезапуск автоматически начинается через 30 минут после окончания загрузки. Я нажимаю «Перезапустить сейчас». Здесь можно нажать на кнопочку «Закрыть». Компьютер перезагружается, и дальнейшая установка обновления происходит в автоматическом режиме. Итак, компьютер обновился. Здесь можно нажать на кнопку «Выйти». Давайте снова проверим версию. Теперь уже версия 20.04, то есть компьютер обновился до майской сборки. Свободного места, как видите, стало намного меньше. С драйверами здесь все должно быть в порядке, то есть они никуда не девались, не переустанавливались. Теперь можно зайти в параметры обновления и безопасность, центр обновления Windows и проверить обновление. Здесь можно приостановить обновление, если вы хотите изменить дополнительные параметры обновлений или вообще заблокировать обновление на какой-то период. О том, как это сделать, у меня есть специальное видео, ссылку найдете в описании. Если вам не понравится эта версия Windows, можно откатиться обратно. Для этого нужно нажать «Параметры», зайти в «Обновление и безопасность», нажать на кнопку «Восстановление». И вот здесь есть кнопочка «Вернуться к предыдущей версии Windows 10». Сделать это можно в течение 10 дней после того, как вы обновились. Причем обновились именно тем способом, который мы сегодня рассмотрели. После истечения этого срока здесь этой кнопочки уже не будет. Это было простое обновление для тех, у кого уже стоит десятка. Как я уже сказал, Microsoft пока разбирается с этим обновлением и не очень рекомендует его устанавливать в некоторых случаях. Мы рассмотрели самый мягкий вариант нарушения этой рекомендации. Есть и другие, более кардинальные варианты обновления, а также чистой установки свежей десятки. Чтобы не пропустить новые видео, не забудьте подписаться на канал и включить колокольчик. Подписывайтесь на мой дополнительный канал, там уже немало полезных видео. Ссылку найдете в описании. Если это видео было вам полезно, ставьте лайки. Делитесь видео с друзьями, спасибо. Я благодарю вас за просмотр, лайки, комментарии. Отдельная благодарность тем, кто поддерживает мой канал и подписывается на дополнительный канал. Спасибо. Желаю вам здоровья. Меня зовут Евгений Юртаев. До встречи.